По всей России в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит акция «Парад у Дома ветеранов», которые по разным обстоятельствам не имеют возможности присутствовать на главном параде 9 мая. Сегодня у дома 36 по улице Ленина в торжественной обстановке состоялось поздравление сразу трех ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них Муса Багаудинов, Нина Сахнина, Галина Пономарева. Каждый из них внес необычный вклад в победу. Благодаря каждому ветерану мы живем в мире и спокойствии. Для нас они всегда будут примером мужества и отваги, беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству. Организаторами мероприятия выступила администрация города Каспийска. Почет и вечная слава вам, дорогие ветераны, кто в годы войны защищал нашу родину от врага, ковал оружие победы на заводах, растил хлеб для наших воинов. В Каспийске сегодня прошла у нас акция «Парад у дома ветерана». Прошла она у нас впервые. Провели ее с участием многих организаций. Руководство города приняло участие, руководство республики приняло участие. Под сопровождение военного оркестра Каспийской флотилии ветераны получали подарки и поздравления. Помимо теплых слов и подарков был организован праздничный концерт, исполнены известные песни военных лет. А сколько их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Торжественным маршем проследовали военнослужащие Каспийской флотилии, а также преподаватели и кадеты морской кадетской школы. Для каждого ветерана 9 мая – особенный день. Со слезами на глазах каждый из них вспоминает события тех лет и какой ценой далась им победа. В эти дни самые теплые поздравления, конечно, главным героям праздника. С поздравительной речью на мероприятии выступили в Рио главы города Каспийска Руслан Махмудов, министр здравоохранения Республики Дагестан Беляева Татьяна, депутаты городского собрания во главе с председателем собрания депутатов Абдулвахидом Джаватовым. Ваш вклад в достижение победы неоценим. Он от каждого шел по крупице. Но сегодня мы должны сказать вам спасибо за нашу жизнь, за наше светлое будущее, за наше мирное небо над головой. Тот подвиг, который вы совершили в годы Великой Отечественной войны, он на самом деле дал нам жизнь, дал нам спокойную жизнь и дал процветание нашей стране. Слова благодарности выразили командующий Каспийской флотилии контр-адмирал Александр Пешков, начальник оперативной группы, временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России по городу Каспийск Республики Дагестан, полковник полиции Игорь Неуступов, сотрудники прокуратуры и ОВД МВД города Каспийска, участники движения «Волонтеры Победы», а также все неравнодушные. Что поколение этих людей дало нам мир, свободу и независимость нашей Родины. Спасибо вам, живущим участникам этой войны, за ваш подвиг, ваше мужество и героизм. Очень важно помнить и чтить подвиги героев, которые ценой собственных жизней подарили нашему миру победу.